И так, что будет, если проиграть? И вообще, когда они убрут три персонажа, а плохие выигрыши, что будет? Так, ну вроде бы как это уже более-менее вообще. Так, покуда опять эта очередь. Третий. Ну вот опять. Так, сейчас попробую что-нибудь придумать. Может этот? О, господи. Это можно сразу легко это сделать. Я уже на тот ролике уже пробовал вообще. С самого начала пройти. О! А вот и все! Это испытание будет. И Кощей Бессмертный! Кажется, это Кощей Бессмертный. Который сказка хочет отрубить. Так, отлично, есть. Понятно. Молодец, негр! О, нет. Господи. Опять Буратино. Плохой вообще. О, давай! Я поддерживаю тебе, что мы пройдем испытание вообще, и мы будем проигрывать, значит. Так. Теперь его очередь. Неплохо, неплохо. Хм. Чернышка. Ого, и последний. Давай, давай, я тебе ждать не буду. Опа! Не надо, не надо, я не хочу, я не хочу. А-а-а! Сейчас как пульки наглотаю. Пика мы оставим живым вообще, потому что он нам пригодится, нам нужен вообще. Если не получится, то значит-то... А может получится? Пульки наглотал вообще. Так, теперь... Остался еще раз сделать. Опять не удалось. Опа. Ну все, Пик остается живым. Еще не нет. Конец. Да, все пропало. Пуля, он сделал так во рту и все. Что пульки не попали никакие. Факты. О, мне крышка. Прощай, Пика. А вот проиграли теперь. Они обкакали, обосрали. Так, вы проиграли, начните еще заново игру. Ну, короче, вы поняли, что будет, если проиграть вообще. Давайте всем удачи и всем пока.